Внимание всем патрульным машинам. Что здесь произошло? Драка. Один парень всех голыми руками уложил. Вон он сидит. Повернитесь, сэр. Поднимите руки. Медленно. Нападение при этих чающих карается законом в нашем штате, мистер Ричард. Оформляйте в тюрьму его. В следующие 90 секунд произойдут две вещи. Не понял. Во-первых, вам позвонят. А во-вторых, в этих наручниках в тюрьму отправитесь вы. Смотрю, у вас проснулся дар предсказателя, мистер Ричард. Советую вам ответить. Спасибо, что сдал нам шерифа. Когда возвращаешься? Я много путешествую. Пурпурное сердце, серебряная звезда. Да ты легенда. И почему ты ушел? Однажды проснулся, а формы оказалось маловато. Джек Ричард, к майору Тернер. Майора Тернер арестовали. Обвинение? Шпионаж. Ее подставили. Что известно Ричару? Привет, парни! Не люблю, когда меня преследуют. Считаешь себя неуязвимым? Так точно. Я могу оторвать твою руку и ей же тебя убить. Прошу прощения. Ричард? Они пришли убить тебя. Мои парни мертвы, убийцы из наших. Все сложнее, чем я думала. Ты когда-нибудь терял своих людей, Ричард? Ты труп. Думаете, вам закон не писан? Но я не судья. Так что начинайте бежать, а я начну охотиться. И когда найду, убью вас всех. Дело в прическе. Вы все к одному стилисту ходите?